Мышление – самая удивительная и загадочная вещь во Вселенной. И мы действительно пока не знаем, как мы думаем, как наш мозг создает мысли. Это всегда было большим вопросом, который решали философы, который пытались решить и ученые. И вот сейчас мы пришли ко времени, когда современные методы исследования позволяют заглянуть в живой работающий мозг и увидеть, как он создает мысли. Мои две новые книги, первый и второй том книги «Машина мышления», рассказывают о том, каким образом наш мозг создает мысли и дает два инструмента, которые помогают направлять эту машину мышления для достижения тех целей, той жизненной эффективности, которая нам необходима. Очень надеюсь, что вам эта книга понравится. Мы ее уже тут давно ждем, и я тоже. Наконец она вышла. С картинками, цветными, очень красивое издание. Получайте удовольствие. Катайтесь на машине мышления.